Приветствую вас, друзья мои. С вами Садриддин. На днях я был на пленэре. Здесь у нас в Бруклине. Я ходил в парк. И рисовал пробуждающуюся природу на побережье залива напротив улицы Нептун. Там есть горки, и вот на этих горках ребята катались. Я думал, это траву косят, но там, оказывается, они катались. И вот на всем протяжении этого процесса написания моей картины этот шум стоял. И много было гуляющих, хотя сейчас проходит запретный период из-за коронавируса. Но вот была чудесная погода, поэтому воскресный день, и очень гуляющих людей было много, и шума было много. Я специально записывал с шумом, чтобы как-то показать эту живость, что жизнь течет своим чередом. Но картину я так и не смог дописать до конца. Начал капать дождь, и я вот где-то процентов 60, наверное, написал. Писал в стиле импрессионизма, и пришлось мне его быстро собрать и привезти домой. И дома я немного еще поработал с этим этюдом, чтобы превратить этот этюд в картину. И дал немного постоять. И вот я сейчас опять приступаю продолжать расписывать эту картину. Хочу сделать хорошую, яркую картину начала пробуждения весны. В Нью-Йорке это наступает поздно, конечно. Там, где более неветренные места, там уже вовсю расцвели декоративные деревья, сакура расцвела, урюк расцвел. Но вот на таких прохладных побережьях от Атлантического океана дует ветер, и здесь только-только пробуждаются. Зацвели одуванчики, вот я еще их не изобразил здесь, расцвели одуванчики и какие-то фиолетовые цветы. Я это приведу в более такой надлежащий вид. Хочу, чтобы вы поучаствовали на этом. Приветствую вас, друзья. С вами Садриддин. Сегодня я впервые в Нью-Йорке, вообще в Соединенных Штатах Америки, вышел на пленэр. На пленэр я ходил в Узбекистане, в горах. Это одно удовольствие. Я давно ждал этого момента. И вот сегодня я решил написать пейзаж здесь, в Бруклине, на побережье залива, напротив Нептун-авеню. Есть такой парк у нас, где есть футбольные поля. Вот там вот мотор гудит, это траву косят. Ну ничего, будет шум, ничего. Это жизнь. Идет. Я хочу в терпение написать в стиле импрессионизма. Я в стиле импрессионизма в пленэре еще никогда не рисовал, это впервые у меня. Я вот вам покажу, хочу написать вот этот вот пейзаж. Вот видите, да? Деревья только-только пробуждаются. В заливе вода вот немного плещется, ветерок здесь такой, и вот травка зеленеет, цветы уже ранние цветут, одуванчики, еще какие-то фиолетовые цветы. Вот это я все хочу отобразить сегодня на холсте размером 16 на 20 масляными красками. Итак, пожелайте мне удачи, а вам приятного просмотра. Я вот краски подготовил, пока небольшое количество. Буду рисовать вот этими кистями. Буду работать преимущественно большими кистями.
и быстро постараюсь написать, как делают в основном импрессионисты. Поэтому начинаю писать кисточкой 12. Вот 12 номер кисточки. Щетина. И я буду писать. И сразу наносить основные большие пятна. Это мои сыны, внуки, на мотоциклах проехали. Я работаю молча. Я, наверное, поскучал. Ну и чё? Я пишу впервые, поэтому у меня все мысли только здесь. Впервые на Тенере меня впервые в стиле импрессионизма. Писал в стиле реалистичном, с оттенками. Сейчас пытаюсь написать полностью в стиле импрессионизма. Как получится, время покажет, конечно.
Thank you.
православке. Я вам там снимаю. Давайте чай. О, здорово, зверпок тоже. Thank you.
Меня звали утро. Вот и все. Я закончил писать весенний пейзаж, который я, как уже сказал, начал писать в парке недалеко от залива, напротив улицы Нептун. Как получилось? Оценивайте, пишите в комментариях. Я буду только рад. На этом все. До свидания, друзья мои. С вами был Садриддин.